Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Шалом, дорогие друзья! Часто ли вам приходилось в жизни беспокоиться? Зайдя в аптеку, можно увидеть множество препаратов, которые фармацевтическая промышленность предлагает людям, которые слишком забегались, слишком нервничают. Им нужно как-то успокоить эти нервы, расшатавшиеся. Я хочу поговорить сегодня о нашем темпе жизни и о том, что Бога можно назвать тихой гаванью. Действительно, тем местом, где можно успокоиться. Мы наблюдали за своим распорядком дня и за тем, как он, например, заканчивается. В нашей жизни чем дальше, тем больше становится различных технических новшеств, различных приспособлений, которые призваны вроде бы облегчить жизнь человеку. Но на самом деле, перед тем, как лечь спать, нужно поставить на зарядку телефон, планшет, может быть, фотоаппарат, еще что-то. У нас куча разных проблем, связанных с этими техническими совершенствами. С одной стороны, они нам помогают общаться с теми людьми, которые находятся далеко от нас, может быть, на другом конце земного шара. С другой стороны, они отбирают у нас живое общение, глаза в глаза, общение друг с другом, лицом к лицу. И все это говорит о том, что темп нашей жизни где-то ворует у нас настоящее спокойствие и настоящий мир. Об этом мире я хочу сегодня сказать. О мире, который дает Бог. «Только в Боге, — говорит Давид, — успокаивается душа моя». Давид — это человек, который вел очень активный способ жизни. Его жизнь, наверное, была наполнена больше разочарованием, трагизмом и горем, чем радостями. Но вместе с тем Давид сделал очень важный вывод о том, что его душа может успокоиться в Боге. Это и есть та тихая гавань, куда мы можем зайти для того, чтобы остановиться от суеты нашей жизни. Это и есть то место, где мы можем успокоиться от быстрого темпа нашей жизни. Мы можем получить его только как подарок, который дает нам Сам Господь, Иешуа, Иисус. Потому что Его слова говорят: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Это Его подарок. «Мир Мой оставляю вам», то есть «шалом свой оставляю вам». Не тот мир, который может дать нам окружающий мир, окружающая атмосфера, но что-то особенное, только то, что есть в самом Боге. То, что есть в сердце самого Бога, а в его сердце есть любовь к своим детям. Поэтому, если у вас происходит в жизни ситуация, когда день за днем накапливаются нерешенные проблемы, когда день за днем становится сложнее успевать за темпом и ритмом этой жизни, когда, возможно, наступает какое-то преддепрессивное или депрессивное состояние от того, что вы ничего не можете изменить, вспомните о том, что есть тихая гавань, в которую можно зайти и принять этот мир. Об этом говорят и праздники, которые оставил нам Господь Бог. Вспомните, например, Суккот. Этих 7 дней, которые Бог заповедовал жить в шалашах, где нет ни резеток, чтобы заряжать телефоны, где нет телевизоров и остальной техники, кофеварок или пылесосов, или чего бы то ни было другого, когда есть только Божье присутствие, и вы в этом присутствии. В шалаше все просто. Вы в нем находитесь, а над полупрозрачной крышей находится Господь Бог. Только вы и Он. И вы целую неделю можете не заботиться о том, когда делать ремонт или еще каких-то либо своих жизненных потребностях, но оставаться с Ним
один на один, наедине в Его присутствии и в Его мире. Еще одно место Писания, о котором я хочу напомнить, это Псалом Давида, 4-9 стих, где он говорит: «Спокойно ложусь и спокойно сплю». Один из тех показателей, которые врачи принимают во внимание, устанавливая диагноз здоровья человека. Спит ли человек спокойно? Если у него нет сна, значит, что-то ненормально с его психическим здоровьем. Ему нужна помощь. Давид говорит о том, что «я спокойно ложусь, спокойно сплю». Это тот показатель, который позволяет нам увидеть свое состояние. Находимся ли мы в Божьем мире? Находимся ли мы в Его присутствии? И принимаем ли мы этот мир от Него? Господь, я прошу Тебя о том, чтобы мы все более и более были способными принять этот мир от Тебя. Принять то, что Ты даешь, безвозмездно. Ты даешь, потому что Ты есть любящий Отец. Я молю Тебя, Господь, о том, чтобы наше сердце было открыто к тому, чтобы принять любовь напрямую из Твоего сердца. Чтобы в нашей жизни все больше и больше было мира от Тебя, мира и спокойствия. Несмотря на то, что происходит в этом мире, несмотря на то, что в этом мире увеличивается число негативной информации, но я молю Тебя, Боже, чтобы мы были в этом уделе, который Ты оградил для себя, где есть мир, где есть безопасность, где есть любовь. Во имя Иешуа Мессии. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.